Всем привет на моем канале, с вами Виктор. И сегодня для вас будет интересное задание, которое вам покажет моя дочка на шахматном кружке. Она это задание изучила. Вам понадобится один конь и один лишний конь убираем. И нужно конем проскакать по половине поля, чтобы максимально все клетки задействовать. Покажи, Мила, как начинаем. Вот она сходила конем. На том месте, где был конь, ставит фигуру любую. Дальше сходила, на это место снова ставит фигуру. Дальше прыгает. На том месте, где был конь, ставит фигуру. И нужно, чтобы конь не попал в ловушку. Вот смотрите, дальше она прыгает, ставит фигуру. И нужно максимальное количество клеток захватить фигурами. Вот, увидите, она ходит, ставит. Пока клеток очень много свободных, вроде все легко и просто кажется, но дальше ситуация будет усложняться, и конь можно было и проскакать сюда, но не увидел ничего страшного, и больше бы клеток захватило, но ничего страшного, это хорошее упражнение, мы учимся. Дальше. Да. Вот ты теперь попала в ловушку. Почему? А как ты будешь выбираться? И вот у нас получилась ловушка. Ловушка. То есть, смотрите, у нас получилось, что вот столько клеток осталось свободных. Но мы сейчас попробуем еще раз это задание. Так, и теперь мы второй раз попробуем выполнить это задание. Вновь вот поставили коня на исходную ситуацию. Давай, Мила, действуй. Сейчас попробуем побольше клеток захватить. То есть вы увидели, да, что клеток было в первый раз, мы захватили не очень много. Сейчас мы постараемся захватить максимум побольше клеток. Снова делаем это же упражнение. То есть, куда мы шагнули, где был конь, туда ставится фигура любая. И нужно постараться, в идеале, конечно, все клетки. Ну, белый. Можно и черным конем. Кому как нравится, Мила подсказывает, что белым конем. Она любит белым конем решать эту задачу. Если вы хотите черным, например, конем, вы можете, конечно, и черного коня взять. Но должен быть один конь. Второй конь убираем. Второго коня, чтобы нам не спутаться. Если мы, например, решаем теперь вот за белых, как вы видите, то мы второго белого коня, вот видите его, мы его убрали. Вот, видите, сейчас она плотно решает, прямо много-много клеток захватывает. Это очень полезное упражнение для детей и для новичков, кто учится играть в шахматы. Но также, кто, в принципе, и умеет играть в шахматы, тоже попробовать его вполне интересно. Мила мне это задание показал, я сам его попробовал. Достаточно интересно получается, поэтому рекомендую попробовать. Так, вот Мила сейчас хочет захватить побольше клеток. Смотрит, высчитывает. Подсказывать мы ей, конечно, не будем. Она сама умеет. Я хочу как-то сюда встать, потом вот сюда, потом сюда. А ты так сходи. Вот, на клетку B7. Вот сюда. Вот, немножко все-таки подсказал. Ничего страшного. Совсем чуть-чуть. А так она все действует без меня. Без подсказок. Вот смотрите, сколько клеток она плотненько захватывает. Думать, не хочу я в ловушку попадаться. В ловушку она не хочет попадаться, хочет побольше захватить. А то один раз мы с мальчиком это решали, и даже две остались клетки. Ну, здорово. Ну, теперь у нас один ход остался. И давай посчитаем, сколько клеток останется. Все. Так. 1, 2, 3, 4. 4 клетки. У меня обычно было 6 или 5. Ну вот, 4 клетки — это очень хороший результат. Хороший результат. Но я думаю, если вам упражнение это понравилось, поставьте лайк. Это упражнение тем более Милина. Поэтому не жалейте лайков для ребенка. Всем удачи, пока. И не забывайте подписываться на канал. Ставьте колокольчик.